Странные данные. Я даже сомневаюсь, что они имеют отношение к предтечам. Фрагменты этого кода древнее, чем Ореол Дзета. Возможно, древнее, чем сами предтечи. Мы знаем о них так много и в то же время так мало. Thank you.
Thank you.
друзья сдохли. Мы собрали данные. Они, конечно, поразительные, но они по-прежнему не полные. Еще один маяк, и мы взломаем этот шпиль. Привет,
приказа, Чип! Рада тебя видеть, спартанец. Я тут, поехали! Погнали!
ухожу! Вперед, морпехи! Так точно! Обнаружен сигнал бедствия. Морпехи снова в беде. Делать нечего, надо поспешить. Вражеское подкрепление на подходе. Изгнанники уничтожены. Отряд выжил благодаря тебе. Я с тобой, Чик. О, с удовольствием еще. Мастер Чиф, как дела, Чиф? Жду приказа.
Прямо по курсу огромный аванпост изгнанников. Судя по расходу энергии, их там целая толпа. Готовься к серьезному сопротивлению. Всем, кто меня слышит, всем бойцам командования в районе. Мне поручили разведать этот аванпост. Разведка ошиблась, решив, что он заброшен. Арсенал атакован! Повторяю! Арсенал атакован! Мы нарастили темпы производства, но полководец... Да это чё ж, брат? Кто-нибудь, прошу, помогите мне! Человечье мясо пахнет страхом. Изгнанников на подходе. Принтер боеприпасов уничтожен! Подкрепление! Живо!
их разозлили. Подкрепление изгнанников на подходе. Принтер боеприпасов уничтожен! Подкрепление взрывом! Thank you.
очистим кольцо от человеческой мерзости. Проходит! Подавляйте его! Здесь много оружия. Кажется, мы нашли золотую жилу. Выбирай, Чиф. Изгнанники встретили немало испытаний и выдержали все с честью. И ярмо Каинанта, и сопротивление людей. Среди наших воинов зреет мятеж. Мне донесли, что некоторые мнят себя более достойными. Считают, что им положены слава, статус и признание. Призови своих бойцов к порядку. Действуй жестче. Покажи им их место, иначе я найду того, кто сделает это за тебя.
Это последний принтер боеприпасов. Арсенал выведен из строя. Эта потеря не остановит изгнанников, но замедлит. Посмотрим, как они будут трястись над каждым патроном. Мы собрали данные. Они, конечно, поразительные, но они по-прежнему неполные. Еще один маяк, и мы взломаем этот шпиль.